Так, друзья, всем привет, вы на канале Сершафт, и сегодня будет видосик про комп, а сегодня буду ставить на него водоблок на видеокарту 3080 от Asus. Она у меня уже стоит на месте, все самое интересное будет там, впереди. Так что не переключаемся, поехали смотреть новый видос. Погнали! Итак, друзья, всем привет, на канале Сершафт, и сегодня у меня будет продолжение серии про мою кастомку. Как вы уже видели в прошлом видосе, на этом месте мы закончили, сегодня с этого места мы будем начинать. Всю систему я собираю практически на компонентах Бакски, но пришло время ставить водоблок на видюху. Сегодня мы с вами этим и займемся. Сейчас я вытащу видеокарту, покажу вам, как это все разобрать, как поставить, и покажу потом конечные результаты. Температуру всю по тестам я уже заснял на этой системе, как у меня сейчас с водоблоком. И потом, соответственно, как все соберу, еще раз затещу, и мы сделаем сравнение до-после. И также вы можете зайти ко мне на стримы на втором канале Сершафта 777 Games, и там в реале у меня спросить что-то или посмотреть. Там уже сегодня, а сегодня у меня суббота, уже, скорее всего, все люди уже посмотрели и знают, что я собрал полную систему. А вы смотрите это сегодня, не знаю, какой день у вас сегодня, напишите, кстати, об этом в комментариях. Сегодня доехал, забрал, приехала у меня вот такая вот система Beryl. И докупил еще контрольно пару фитингов. Взял опять такие же Бакски, они мне очень понравились. Единственное только, что они вот с такими синенькими теперь резиночками, с черными не было. Обошелся он мне в 11 тысяч. Ну, на коробке практически нет никакой информации. Есть вот такая вот наклейка. С других сторон ничего нет. Здесь есть пломба, которую я сейчас срезал. И с другой стороны пломба, которая еще запечатанная. Достаем из коробки коробку. Здесь у нас есть вот такая защитная штучка. В этом отделении идут термопрокладки. Да, термопрокладки идут в комплекте. Здесь у нас есть пару заглушек, потому что здесь 4 порта, а нам потребуется только 2. И две заглушки, в принципе, лежат в комплекте. Об этом ни на одном из сайтов информации нет. Комплект винтов для крепления, инструкция и непосредственно сам водоблок. Выбирал между двумя вариантами, либо это Barrow, либо это Бакски. Бакски можно было взять покороче, она, соответственно, вот на эту часть водоблока была бы короче, потому что на самом деле платы, которые у вас установлены в 3080, 3090, они имеют всего лишь вот такой вот маленький размер, а все остальное это просто радиатор и пустое место, там платы нет. Это что касается Asus TUF. Вот такой вот водоблок, есть разъем на 3 пина для подключения к ARGB системе вашего компьютера, значок Barrow. Здесь разъемы для подключения фитингов, здесь мы видим микроканалы, как это все фрезой вытачивалось, в принципе, можем рассмотреть. Ну и с обратной стороны непосредственно сама плита, медь никелированная называется, да? Сейчас все это дело буду устанавливать на видюху. По инструкции давайте посмотрим мельком. Инструкция, я так понимаю, что есть только на китайском и на английском. Здесь есть несколько типов установки. Вход обязательно должен быть вот с этого отверстия, ближайшего к надписи. Это обязательно, то есть этим пренебрегать никак нельзя, иначе у вас водоблок будет работать по-другому. То есть варианты либо сверху, либо снизу, либо обе трубки сверху, либо обе трубки снизу. То есть 4 варианта установки. На этой картинке здесь мы видим, что идет в комплекте. Шайбочки, термопаста. А термопасты, кстати, в комплекте я не вижу, ее здесь нет. Здесь только болтики, термопасты нет. Может быть, сейчас разберу, может, еще где-то дальше тут что-то лежит. Прокладки есть, термопасту. Ну, термопасту я в любом случае буду использовать свою MX4. Здесь есть подробные инструкции, где, куда, какие прокладки устанавливать, какие винтики. Ну и с другой стороны, соответственно, все то же самое, только на китайском языке. Инструкция не очень обширная, поэтому, когда буду собирать, по ходу буду еще обращаться к инструкции на официальном сайте. Там больше картинок инструкции есть, но все равно они минимальны. Так, друзья, термопаста есть, я сначала не заметил, она где-то в таком пакетике. Я искал шприц. Здесь пакетик, он идет вместе с термопрокладками. Две термопрокладки у нас такие серые, а остальные прокладки, они голубые.
На схеме, которая есть на официальном сайте, я постараюсь сделать сюда сейчас скрин. Там, в принципе, отмечено, где, куда, какие прокладки ставятся. Поэтому вопросов нет. Но вот с этими штуками вопрос, конечно, интересный. Судя по количеству болтиков, а я их вывалил вот в эту крышечку, да, чтобы было удобнее. Вот этих вот длинных идет 5 штук. И у нас, в принципе, на водоблоке есть 5 вот таких шплинтов, которые не прикручиваются к водоблоку, к самому плите. Есть у нас также 5 вот таких вот шайб, которые потолще. Я так понял, что они очень хорошо сажаются вот на эти ножки как раз и встают вот так вот заподлицо. Видите, как хорошо она сюда села. Ну, еще есть вот такие тоненькие прокладочки. Они, так я понимаю, сажаются на все. То есть вот сюда. Сейчас уже будем ставить, по ходу, все это дело разберемся. Я разберу, посмотрю, что там стоит на самой плате. Да, разбирать, конечно, очково, но надо. Плата еще на гарантии. Все, давай будем разбирать сейчас видюху. Итак, друзья, продолжаем. Снимаю бэкплейт. Он откручивается вот отсюда. Выкрутил 4 винта. 1, 2, 3, 4. И, в принципе, все. Теперь у нас эта штука должна подняться вот сюда. Так вот мы ее отгибаем. Здесь у нас находятся проводки. Это у нас подключение RGB-подсветки и управление вентиляторами. В принципе, все, радиатор на этом снят. Прокладочка, соответственно, штатная повредилась, которая крепится сюда. Но мы эту систему сейчас будем снимать, я ее снимать не буду. Мне еще нужно будет открутить вот крепление вот этого радиатора. Для этого мы откручиваем 1, 2, 3, 4, 5, 6 винтиков. Они самые маленькие, они прям отличаются. На охлаждение памяти, в принципе, стоит вот такой вот отдельный радиатор. Все, 6 винтов. И теперь, в принципе, можем снять сам радиатор. Ну, осторожно поддеваем со всех сторон, не пытаемся сразу ее содрать. То есть здесь чуть поддели, здесь, потом здесь, вот так краешек. Только не суйте далеко, потому что очень много там мелких элементов, прежде чем что-то подсунуть. Раз, посмотрели, нет, окей. Может, я сюда аккуратненько вот так подлезть. И снимаем радиатор. Ну, прокладки, соответственно, все повредились. Здесь, соответственно, на картах 3090 будет еще дополнительные памяти. У меня их только 10 гигов. И 3080 Ti то же самое. Вытираем чип, снимаем старые прокладки, устанавливаем новые и ставим все на место. Поставим, скажу, такая уже довольно-таки густоватая. И вот такой вот чип мы видим. Ну, соответственно, все прокладочки старые нужно будет удалить. Дальше нарезаем прокладки вот такой последовательности. Вот эти углубленницы, где сделаны сюда тонкие, 0,5 мм они. Вот эти я померил, они почему-то где-то 1,5, наверное, миллиметра. Если веришь тангенциркулю, то где-то получается 1,1. А, ну, скорее всего, еще две вот этих, считай, по защитной пленке снимешь, то есть миллиметр. 0,5 и миллиметр. Картиночку я брал непосредственно с сайта. На Алике вот размещены, я себе наделал фоточек. И, в принципе, по ним примерно ориентируюсь. Бэкплейт. Сразу замечание сделаю. Здесь крепится изнутри, ну, штатно, да, вот, допустим, два винта. Два вот таких маленьких винта крепились изнутри бэкплейт. Вот здесь и здесь. Но здесь получается такое решение. В комплекте есть вот такие болтики. Они идут длиннее. И они крепятся, соответственно, в 1, 2, 3, 4 места. Соответственно, бэкплейт мне тоже сейчас придется полностью открутить, потому что вот эти два винта, они тоже не встают. И мне нужно будет посадить на них вот это вот место. И потом все уже вставляется тут. Короче, как-то так. Поехали собирать.
Итак, друзья, собственно, я сижу, монтирую и понимаю, что часть материалов я уже успел потерять, так как, в принципе, этот видос собирался в районе где-то 2-3 недель. Ну, не то, чтобы собирался, а комп, вернее, собирался. Видос-то что там? Я отснял, скинул. И сейчас понимаю, сейчас вам небольшой такой офф-топ, что ли, как его назвать? Спойлер, да? То есть у меня получилось, что, смотрите, в итоге я вам не показал финальный результат видюхи, как она получилась. Сейчас я вам его покажу. Но как-то так. Но все вот это вы еще посмотрите впереди. Смотрите, что в итоге вышло. То есть, где какие болтики стоят. Вот этот бэкплейт, это важно говорить. Здесь, по идее, должны были стоять болтики, которые идут вот с такими пружинками. Вот видите, пружиночки стоят. Я сюда их ставить не стал, потому что вокруг очень много там маленьких элементов. Ну, допустим, видите, там стоит какой-то резистор. И когда вы их ставите в этой пружинкой, и тем более шайбочкой этой пластиковой, вы можете их свернуть. Поэтому шайбочек пластиковых, маленьких, тоненьких я вообще не ставил. Бэкплейт я поставил родной, но хотя он сюда ставится очень туго, потому что ножки от вот этого водоблока, они покороче. Но, в принципе, все установилось. Вот они, смотрите, все на месте, все стоит, все работает. И не ставил я пластиковых проставок. То есть они должны были стоять здесь под болтом, видите, там внизу пусто. То есть они, в принципе, не нужны, собирать с ними неудобно, я их тоже не ставил. То есть пластиковые проставки ни одной не поставлено. Вот я сейчас сижу, монтирую. В принципе, нагрузка на комп есть, а его не слышно. Крышку я снял. Вот она лежит внизу. Вот такие вот дела. Ладно, об этом я расскажу чуть позже. Представьте, что вы это не видели, но видюху я вам был обязан показать, как она выглядит. Тут заглушка, тут заглушка. Все, продолжаем смотреть, пилить трубочки. Поехали. Ну вот, собственно, ребят, через водоблок, это у нас обязательно вход левый, а этот выход, и он пойдет прямо вот сюда. То есть сюда мне, в принципе, 90 градусов, сейчас трубочку согну, и на этом как бы все. Гну вот здесь, тут у меня стоит фен разогревается, это покупал в комплекте, и кто не смотрел видос про инструмент, который мне делал, смотрите в видосе, когда я тестировал просто помпу и водоблок проца. Это сейчас уже второе видео. И в нем я показываю уже непосредственно, как я ставлю водоблок. 3090, ебой. Так, все, наверное, дальше что там еще нужно показать? Здесь я на всякий случай все это подставлял, потому что у меня система шла вот так же. Как пока слил, пока туда-сюда. Все это вот так проходило. Еще остался у меня кран. Но кран, ну, некуда вставить просто. Некуда. А сливаю я просто шприцом. То есть у меня есть шприц. Вот такой шприц засовывают здесь вот дырочку до дна и откачивают. Там грамм 300, по-моему, или 400 всего. То есть, ну, очень мало. Очень мало жижки. Сейчас на водоблок чуть прибавится. Все, что, погнали дальше. Здесь прямо подходит. Практически, да, впроц. Один в один по линии. Красавцы предугадали. Так, все, с нетерпением жду, когда все это буду заливать водичкой. Поехали дальше. После этого подпиливайте вот напильником обязательно, потому что бывают сколы, там срезы, шпиловые, потом резинки. И вот такой вот бортовой подрезкой подрезаете наружную фаску, делаете и внутреннюю. Фаскосниматель, так его назовем. Жидкость проталкивается и добавляем еще. Thank you.
Сначала будет такой шумноватый пока воздух. Потом воздух прокачается, пузырьки уйдут, и система станет намного тише. Ой, прям тише на глазах становится. В общем, таким макаром, 4-5 контакт, перемыкаю проводочком и, соответственно, заставляю блок питания включиться, включить все насосы. Как-то так. Вот, друзья, собственно, подсветочку уже подключил, все работает, но пока, как видите, монитора нет, но уже как надо. Сейчас узнаем, сколько он будет прогреваться и как. Пока бэкплейт вообще ледяной. Подсветка вот здесь, здесь и здесь регулируется через материнскую плату, через программу ее. Сейчас поприберусь по проводам. С обратной стороны вот все вот так, хаос. Ну, а сейчас мы с этим что-нибудь порешаем. Все, собственно, дальше уже будет зелененькая водичка. Внизу все вот так. Может быть, на будущее поставлю Razer, и будет она у меня в таком плане вертикально стоять. Но пока это не точно. Узнаем. Все, ребят, давайте на связи. Сейчас включусь еще разочек. Все, собственно, запустил. Ну, получилась вот такая вот красота. Снизу там я посмотрел, еще чуть-чуть воздуха есть. Если видно, конечно, на камеру будет. 28,3 градуса вода. 1,6 литра в минуту сейчас помпа работает. Ну, воздух, как вы видите, еще есть. Вот такие вот маленькие пузырьки. Они со временем пропадут. Ну, где-то денечек или ночку поиграете, и все, их не будет. Они полностью пропадают. Что у нас здесь? Процессор. 23 градуса. 22. Прям, по-моему, такой вообще никогда не был. Видюха у нас 27 градусов, процессор 22. Вот как-то так. Память. Memory память 34 градуса. Ну что, предлагаю прогнать тесты и попробовать, что такое получилось у меня сделать. Все, ребят, собственно, финалочка. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте обязательно в комментариях. А я погнал, сделаю еще пару тестов. И на этом все. Эффективность, надеюсь, будет тоже на высоте. Пока без крышки. Крышка еще будет. Здесь она лежит. Пока просто смотрю, мало ли где что-то потечет. На холостом ходу пока пусть прогоняет потихонечку. Так, друзья, первый тест. И решил сразу с ГПУшки начать, чтобы прогнать, потому что там еще в ней воздух есть. Надо будет, походу, его перевернуть. Но пока, сами видите, тишина просто вообще стоит. Кромешная. 120-130 FPS. Блин, это просто жесть. Я потом перетещу еще все. Сейчас ГПУ 45 градусов. Память 56. Это очень хорошо. Это прямо очень хорошо. Так, тест процессора. Во-во-во-во, воздух пошел, воздух. Сейчас он может повыгонит все это дело. Ну, процессор, да, там 76 сейчас греется. Но это, блин, это вообще другие температуры. Просто 89 градусов максимальная температура была на проц. Вместо там хрен знает скольки, блин. И помпа у меня при этом работает всего лишь на 50%. Как вам такое? Огонь. Все, в общем, прогоню все и допишу видосик. Я думаю, что пару денечков мне хватит. И, может быть, жидкость за это время как раз дойдет. Перезалью, залью зеленую и покажу уже финальный результат. Вода прогрелась до 40 градусов при этом тесте. Не, мне нравится. И тут же сразу же температуры просто поперли вниз. 40 градусов уже. Видюха. Память 50. 48. Ладно, в общем, финальные тесты будут чуть-чуть позже. Ну, в этом же видосе. Я погнал тестировать. Сегодня, наверное, Fortnite запущу. Итак, друзья, все уже установлено, давайте подведем быстрый итог. Вода так и не пришла, и я думаю, что я сделаю отдельный видос и назову ее типа «Как поменять воду в кастомном охлаждении». Что-нибудь типа такого, и поменяю уже на зеленый. Вы посмотрите еще раз. Заодно, может быть, мне нужно будет поменять термопасту, еще какой-то датчик или еще что-то добавить. Это все уже останется на том видосе. Сегодня, собственно, все готово. Температуры меня, конечно же, поразили, но я ожидал, что на процессоре тоже поубавится, да, когда совместно с видюхой он работает. Но, скорее всего, может быть, сюда вот еще
будет докуплен радиатор на 120 мм. И будет через видюху, потом на радиатор, потом на проц, и потом на большой уже радиатор и на выход. Возможно, это будет так. Сейчас у вас перед глазами два скрина. Первый скрин слева – это кастом воздух. ГПУ может быть справа, они в принципе подписаны, увидите. Смотрим по результатам, по очкам TomSpy. Было 15854, стало 16211. Было по графике 17070, стало 17543. По процессору даже и то прирост. Было 11298, стало 11335. Что творят температуры? Температура по Core Temp на ГПУ, то есть на видюхе, на воздухе, когда еще она была, стояла. Максимальная температура процессора в самом конце теста, там, где именно на процессор идет нагрузка, была 80 градусов на четвертом ядре и 79 на пятом. То есть это максимальная температура. Стало у меня 82 и 81. То есть, соответственно, у нас прирост получается по температуре на процессоре в 2 градуса. Но теперь внимание, ради чего этот, в принципе, водоблок на видюху и ставился. Смотрим температуры, которые были на видюхе. При частоте 1920, заметьте, они стоят 1920, я их вручную никак не выставляю, не кручу. Температура видюхи была 76,9 градусов, а стала 48,4. А память грелась аж до 92 градусов, а стала 66. То есть просто колоссальные упали температуры, это 30 градусов. То есть представляете, 30. При этом на процессоре выросло на 2 градуса. Это вообще ничего не стоит. Но вот эта видюха, это, конечно, просто топчик. И когда я разбирал видюху, снимал с нее старое вот это охлаждение родное, воздушное, вы сами видели, в каком состоянии термопрокладки. Я теперь понимаю, почему у некоторых людей горят видюхи. Да там, посмотрите, температура 92 градуса. Это при том стресс-тест идет буквально там, ну сколько он, 5 минут, да? Ну 10 максимум. А если человек сидит, стримит и играет в какую-то тяжелую игру в течение 4 часов, эти температуры будут уже не 92 градуса, а 98-100. Я когда эти температуры в первый раз увидел, я же тестирую время от времени, да, свое железо, и я понял, что мне обязательно нужно будет ГПУ. А чтобы поставить ГПУ, мне нужно будет поставить, соответственно, кастомку. Больше вариантов других нет. Мощность, которую отдавала видюха, 340,9 Вт, это было на воздухе. И 341,8 это было на уже вот этом водяном охлаждении. Собственно, результат все налицо. Я думаю, здесь какие-то комментарии излишни, все тесты вы видели. Если кто-то не смотрел предыдущий видос с температурами процессора без ГПУ, то есть просто когда я все соединил и вместо своего NZXT Kraken поставил другую, переходите на канал, смотрите, там есть в плейлистах, есть видосик. Называется «Кастомное водяное охлаждение Бакски». Как-то вот так. Ссылочки на все компоненты есть в описании. Вентилятор тоже пока не приехал, вот этот вот последний, но заодно будем воду менять, поменяем заодно и вентилятор. Там все вместе, это как раз тема для видоса, и лишнее там не растягивает на 30 минут. На этом у меня сегодня все. Всем спасибо, если остались какие-то вопросы, задавайте их обязательно в комментариях. Все мои контакты есть в описании. Давайте, ребят, всем пока.